Всем здорово, ребята. Ну что, продолжаем. Сегодня наш трэш. Будем пробовать проходить подземочки. Дальше восьмые. Ну, сегодня я решил восьмые пофармить на основе 8-3. Нам надо их зафармить на 3 звезды. Берем нашего миносика. Так, наверное, я на него сейчас что-то интересное такое поставлю. Чтобы он хорошо жахал. Такс. Кстати, неплохие питомцы новые. Сейчас тоже, может, их потестим, потом сделаю обзорчик. Так, кто там у нас еще был? Я уже даже забыл, кого я из героев использовал. Так, Фрейку, по-моему, мы юзали. Правда, не помню какую. После этой. АФ, ничего не понятно. Так, сюда мы, наверное, поставим сейчас все-таки Сэпа. Так, такая сборка. Плюс дополнительно попробуем. Давайте его сегодня с изворота. Так, ворожей есть. Душегуб. Или Дяха. Так, где там мой Ледяха? Ледяха вот такой вот сборки у нас. Попробуем ремочный вариант. Плюс слона. Так, также возьмем сейчас душика. Нашего любимого. Плюс на него поставим. Так. Так, что у нас по зеленым? Фрейка, я даже не знаю, она будет у нас в любом случае сливаться. Потому что она собрана совсем по-другому, поэтому тут вариантов особо много нет. Так, попробовать огника, что ли? Давайте попробуем огня. Такой вот сборки пусть пока побудет. Новым питомцам. Так, поехали. По магии. Вот так вот сделаем. Может, это еще взять гильдейскую. Давайте еще гильдейскую магию. Заюзаем так, чтобы уже наверняка. Так и есть. А, у нас тут Атлантаж надо еще, чтобы слили. Что-то я разогнался. Наверное, мы все-таки уберем кого-то. Уберем, скорее всего. Давайте. Давайте Фрейю уберем. Поставим сюда Атланта. Я думаю, что-то не то. Так, окей. Самое главное здесь это правильно выпустить Атланта. Так, кидаем ворожея. Подбегают все, выкидываем Атлантика. Так, Атлант наш включился, отлично. Правда, не все слились на нем. Что такое? Видите? Феникс вообще просто вроде как бы и включается, и сразу же сливается. За счет отражалок. Так, кидаем душика. Можно жахнуть Минотаврика. 47%. Ну такое. Ну хотя, чем нахрена мы взяли это все? Я уже даже вылетела. Так. Нам же надо тут седна еще. Я уже такая. Так,
Наверное, ледяху мы сейчас вообще нафиг отсюда уберем. Вообще беспонтовая у нас. Так, давайте попробуем. Лучше седнушку. От нее толку больше будет. Так, есть. Поехали, ребятушки, попытка номер 2. И, конечно, будет много. Я знаю, что такое проходить 8-е кошмарки уже. Поэтому уже можно ничему не удивляться. Так, отлично, Атлантик врубился. Это как-то он врубился и слился. Бил кого-то с отражалкой, походу. Так, выпускаем сюда душмана нашего. Бум, 32% всего. Что-то Минотавра вообще печально ударил. Так, давайте попробуем огня закинуть. И обратно седнушку. Без варианта вообще. Что-то седна вроде и жила-жила, но толком никого не убила. Тридцать 9%. 41. Нужен был рез от седны. Вряд ли мы тут много сейчас затащим. 43. Не. Попробуем, делаем перезаходик. Так, что у нас одна Махатма. Маловато Минотавра выносит. Хоть в такой сборке вроде он топовая, но все равно 40% всего лишь. Ну, в принципе, может, седнушка это и решит. Сейчас посмотрим. Сейчас немножко повоюют. Плюс много целей, надо, наверное, Минотавра будет попозже немножко выпускать, там он Махатм полно, надо, чтобы смотр их посливал. Так, 51%, ну что, пробуем. Что-то как-то странно, Минотавр появился, даже не ударил толком. Причем самое интересное, что он появился в этом. Же вообще нафиг слили. А в неуязе, по идее, по сути, должно было это сработать. Так, окей, пробуем еще разок. Что это за хрень? Что это я за магию такую взял? Что за фигня? Просто трэш какой-то. Смотрите, не могу добавить. Давайте перезайдем. Веселый бак с магией. Теперь можно использовать увеличение. На золото и на ману. Так.
Чё это за фигня? Новая магия, ребят. Походу открыли новую магию. Я офигею. Чё за фигня? Жесть, конечно. Так, поехали дальше. Нам надо сегодня зафармить эту подземку. Так, атлант включился. Красавчик. Ну, попробую сразу же выпустить огника. Как он продержится или нет. Интересно. В принципе, держится. Единственное, что он сейчас будет, наверное, на любом хроне сливаться. А может и нет. Так, что-то он где-то не туда бьет. Ладно, пусть пока дамажит. Подождем, пусть немножко смотр подобьет. Махатмушек. Жалко, конечно, нету Фрейи. Но пока ее некуда ставить. Ой, а что я душек не выпустил? Вот я Паранелла. 1,5 минуты без душика. Это просто пипец, ребят. Так, 52%, это уже интересней. Конечно, с душманом я тупанул конкретно. Так, пробуем седнушку. Давай миносик, 93. Ну, шансы у нас как никогда, ребят, зафармить. Даже атлант подрубился. Так, смотрим, что у нас по зданиям, где есть 95. Два здания, вижу, ой-ой-ой, душек ослили. У нас остался только ворожей. Так, вижу ратушу, в ратушу бьет. И тут. Ну, давайте попробуем заморозкой. Посмотрим, получится или нет. Потом, если что, добьем еще. Так, ну что там? Магия, блин. Катаем яйки. Блин, ну почти, почти. Так, только две цели, походу, осталось. Давайте бомбежкой попробуем. Ну добейте эту таблетку, блин. Запарили. Это пипец. 98, одна таблетка. А, нет, не одна или одна. Да, одна таблетка долбаная осталась. 17. Ну! 7. Та просто жесть, ребят. Ну что за фигня? Кинь, блин, ту магию чуть-чуть ниже, блин. Вот тормоз-то, а. Просто жесть. Люблю эти подземки. Это просто что-то нереальное. Новую магию открыли. Так, поехали еще раз попробуем. Блин, просто капец. Одна таблетка. Это, блин, долбаная одна таблетка. Так, все, махатмушек слили. Атлант слился. Можно душика тоже выкидывать. Сразу пусть фармят втроем. Три супер пэта. Ну, огник довольно-таки неплохо, я вам скажу, дамажит. И живет, в принципе. Пусть еще поподбивают немножко. Плюс смотритель быстрее заряжается. Блин, ну капец. Одна таблетка осталась. Просто издеваются над нами. Так, 18%. В принципе, Минотаврика удачно выкинули. 64%.
Отлично. Можно уже, думаю. Так, кого у нас слили? У нас ворожая слили. Значит, кидаем седнушку, чтобы она сейчас... Не понял. Так, седнушка, давай, 92, бум, есть. Резнула всех. Ворожей тоже на ресе, 94. Так, блин, самое главное, чтобы сейчас второй раз ворожей не слился. Так, опять те же таблетки, что ли? Нет, уже по разных зонах. Но нам самое главное, чтобы ворожей достоял. Потому что на нем цеп. Он больше всего дамага тут наносит. Так, в принципе, можно еще пробовать. Подождем. Просто жесть. Опять та же самая таблетка. Так, там таблетку добили. Нет, где-то есть еще одна таблетка. Ну-ка, надо посмотреть. Все, две. Опять та же самая фигня у нас осталась. Давайте я так немножко ниже кину. В надежде, что они наконец-то снесут ее. Это реально пипец. Есть, ребятушки. Прошли. Прошли мы на 3 звезды, а то подземку. В общем, вот так вот. Новый баг с магией увидели. Новую магию увидели. Жалко, конечно, надо было попользоваться. Вообще-то я не подумал посмотреть, как оно будет в реальности. Может, закидываешь, тебе самоцветов добавляют. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.